делать, если дети начали присылать вам вот такие сообщения? Ну, лично я считаю, что это означает, что ваш ребенок уже готов к карманным деньгам. И пора уже переходить от по транзакционной модели, когда вы ему выдаете деньги конкретно под определенную покупку, к более взрослой. Если в возрасте 6, 7, даже 8 лет ребенку нужно выдавать деньги мало, но часто, то уже начиная с 9 лет и где-то до 13, это можно делать раз в неделю, а начиная с 14 лет уже раз в месяц. Также очень важно давать ребенку возможность самостоятельно решать, куда и на что он потратит, какую сумму в рамках вверенного ему бюджета. Таким образом, мы формируем у него финансовую привычку планировать, рассчитывать и копить.